Добрый день, дорогие друзья, на связи Алекс Новиков, и сегодня мы продолжаем нашу беседу о сетевом маркетинге. Развеиваем мифы. Друзья, существует такой миф, что в сетевом маркетинге люди потеряли деньги. Ведь человек пришел заниматься своим бизнесом, друзья, и говорит, что я потерял деньги, или мой дедушка потерял деньги, или мой друг этим уже занимался, он потерял деньги. Давайте подойдем к этому с правильной точки зрения. Как можно потерять деньги в сетевом маркетинге? Если вы пришли в бизнес, сделали заказ, то вы уже не потеряли деньги. Вы заказали для себя продукт. В классическом бизнесе человек также заказывает для себя товар. То есть вы не теряете деньги, вы покупаете для себя товар. Соответственно, деньги вы потерять не можете. Вы можете не реализовать продукт, то есть не заработать денег, но при этом вы их не теряете. Так вот, друзья, если вам кто-нибудь когда-нибудь расскажет, что он потерял деньги в сетевом маркетинге, не верьте этому человеку, скажите: друг, ты не потерял деньги, ты просто их не заработал. Но это нормально, потому что, как и в любом деле, не все люди зарабатывают деньги. И не потому, что они сегодня хуже или лучше, просто потому, что они не захотели. Они не захотели меняться, они не захотели обучаться, они не захотели действовать. В этом причина. Если вы хотите зарабатывать деньги, вы заработаете их где угодно. Вопрос в том, что вам необходимо научиться. То есть вы осваиваете новую профессию, конечно, нужно время. У кого-то получается сразу, у кого-то чуть позже. Но все люди зарабатывают деньги в сетевом маркетинге. Друзья, с вами был Алекс Новиков. Увидимся в следующем видео и продолжим тему сетевого бизнеса. До встречи!